Теорема, потом будет лемма, это лемма самая сложная часть теоремы. Вот. Что касается лемма, то я дам лямбду доказать. Так, теорема 4. Вот эта теорема 3 была для малых множеств, а теперь пускай наоборот, множество большое. Хорошо? Больше, чем МСП. Тогда утверждается, что А умножить на А плюс А умножить на А умножить на А плюс А умножить на А плюс А. Просто не просто большое, что нам будет все за это. Итак, а лемма состоит в следующем. Что существует такой элемент силы с Т за Б, что множество элементов А плюс силы умножить на Б, А, Б и за, то это множество имеет мощность больше, чем В пополам. Ну, в общем, тогда, когда с этой леммой вообще потребовалось не слишком много времени, я это не буду. Когда это сделал, я все-таки бы план напишу, план какой-то. Наконец-то вы этого его проделаете. Итак, давайте мы рассмотрим вот такое уравнение, где А и Б лежат. А и Б все лежат 2, а все произвольные методы закрыты. Конечное решение этого уравнения можно писать все точно, но я буду действовать более грубо. Это не больше, чем А в квадрате на П плюс А в четвертой степени. Значит, отсюда можем сделать вот такой вывод, что существует такой элемент в все ноль и z p. Что количество решений вот это вот уравнение, когда равно к все ноль, оно будет не меньше, чем плюс что-то в четвертый на p. Далее мы делаем вот что. Значит, это кси фиксируем. Все нулевое. Так, и f минус zp f от x. Это их количество таких a и b. A и z. B и z таких, что а плюс кси b равняется x. Вот мы рассматриваем такую функцию. Давайте. Про эту функцию мы показываем две вещи. Что сумма f от x это есть, можно так сказать, третья. Ну не больше. Количество решений вот этого. Да, все ноль. Вот этого числа в квадрате. Меньше. Так, поскольку можно из себя больше кто-то не спать, это меньше такого. Теперь эксперимент. Принцип мы с собой можем что делать. Пускай, скажем, x, это может быть элемент от x, который f от x не равно 0. Эксперимент третьего можно получить оценку, что делать. Это не просто квадрат этого числа делить на это. Это будет в полу. Ну, собственно, это и есть лемма 1. Ну, вот это план доказательства, а как эти пункты доказать, это я выставляю. Теперь, собственно, после этой лемы уже все достаточно, дальше уже все просто. Вот. Дальше теорема 2 мы с вами вывезли из лемы. Итак, си 0 это не спускает, это а1 минус а2 на а3 минус а4. Вот это множество большое, множество элементов вида а на кси b.